собственно, как написано на этом слайде презентации. Чтобы было удобнее применять, скопируем обе таблицы. Нас интересуют вот эти две доли. Переводим их именно в доли. Вот две доли. Применяем формулу. Числитель, знаменатель, хотя всего у нас наблюдений без миссингов, наверное, надо учесть. Считаем границы интервалов. Нижняя граница. Вот так вот, условно, верхняя граница. Ну, собственно, видно, что есть пересечение. Верхняя граница для этого интервала 0,44. В эту границу попадает данное число. И наоборот, нижняя граница для этого интервала 0,33, а здесь у нас 0,037. 0,037 больше, чем 0,033. Поэтому есть пересечение доверительных интервалов, следовательно, мы не можем утверждать, что в генеральной совокупности произошло увеличение. То есть в целом по России исследование ЕСС не зафиксировало статистически значимого увеличения числа тех, кто принимал участие в демонстрациях. Но демонстрации – это не единственный способ выражения своего недовольства, поэтому